Во втором сезоне «Бизнес-класса» подготовкой заданий для полуфинала кейсов занимался Виктор Солнцев, столичный бизнес-тренер, гендиректор компании ИВМ Консалтинг Групп, член Российской академии естественных наук. Он же выступал в роли модератора во время съемок в клубном комплексе «Яр». Я очень благодарен, что удалось попасть вот в передачу именно модератором, наблюдателем. Мы сформировали очень интересную среду, где раскрывается потенциал. Не только каждого участника, но и бизнеса, малого бизнеса в целом. В первой части полуфинала – разминки. Участники отвечают на вопросы бизнес-тренера. Во второй решают практическую задачу и держат ответ перед экспертами. Полуфинальную серию открыли команды «Новупак», «Забор-56», а также производитель «Лего-кирпича» Алексей Ефимов. Конкурсанты пытались справиться с темой кадры. И лучше всего это сделала компания «Забор-56». На этой неделе во втором полуфинальном выпуске сразятся школа танцев Ильшата Шабаева 7U8, компании «Папирус» и «Исток Плюс». Тема программы – маркетинг. Я начинаю волноваться все больше по сравнению с предыдущим этапом. Посыпались какие-то специализированные вопросы, на которые очень сложно отвечать, потому что нет там специализированных юридических данных. Да, и одно дело решить кейс в общих каких-то моментах, и другое дело отвечать на вопросы экспертов, которые уже начинают копать какие-то нюансы, которые они знают. 12-й выпуск второго сезона «Бизнес-класса» 16 ноября на сайте businessclass.tv и в эфире телеканала ОРТ.